занят, существует. Мошенники звонили, блин.
от двух. Минутная остановка вылета Юрга. Ох, по всей вероятности, Юрга 2. Да, станция Юрга 2 стоит 2 минуты. Новосибирск поехал? Новосибирск поехал? Да. Серьезно? 16:23. Новосибирск проехали, и Омск проехали. И Нижний Новгород проехали, да уже? Подъезжаем к Владимиру и со стороны Москвы. Понятно. Юрга 2. Это только вот она? Да. Слушай, вот уже сколько раз мне звонит этот телефон странный. Я пытаюсь перезвонить. А зачем ты перезвониваешь на странные номера? Вот. Значит, Билайн. Сейчас Билайн говорит, я не помню. А этот... А Мегафон говорит, что этот номер не обслуживается. Что за номер-то? 7-831-422-80-42. Это из этого, я смотрю, определитель номера, это Нижний Новгород. 831? Да. Ну и что? Ну. Ну, сейчас давай. 831. 8-831. Плюс 7. Ладно. 422-80-42.
Ростелеком. Или два. Ростелеком. У меня определяет как или два. Откуда звонили и писали. +7 831 422 8042, город Нижний Новгород, Нижегородская область, или два, Ростелеком, городской. Перезваниваешь? Я вот сейчас пытался позвонить, я не знал, кто это. Не звони. Вот. Может, этот развод на деньги какой-нибудь? Может. Позвонишь, а там с тебя снимут. 1000 рублей ты еще должен будешь. И Мегафон пишет, что не обслуживается. Его заблокировать, я знаю, сгоревший. С левой стороны Юрга 2 сгоревший дом стоял, одна печная труба торчала. Новосибирск, ты разбудишь меня, если что, ладно? Покурить. Зачем? Может, покушаем? Не, я пока не буду, я после Новосибирска. Я вижу каждый. Что это такое? Что живешь? Ну. А я похомячил. Да, скучно, когда в вагоне никого нет. 3 человека, 4 человека всего едем вместе со мной. Yeah.